Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Самая древняя книга в мире. Для тех, кто знает, что веды делятся на три части. Шрути, Смрити и Ньяя. Шрути – это изначальные веды, Смрити – это комментарии мудрецов на веды, и Ньяя – логика вед. И Рамая относится к разделу Смрити, то есть это адаптированное для обычных людей описание мира. И для того, чтобы легче воспринималось, оно в виде истории, в виде эпоса. Есть начало, есть конец, есть главные герои. И считается самой древней книгой в мире. И там есть все, как сказать, механизмы, все принципы книги Писания заложены уже туда. Один из них — это, что есть главный герой. Этот главный герой, он как соответствует всем идеалам героя. Для того, чтобы главный герой соответствовал всем идеалам героя, обычно есть плохиш, какой-то плохой персонаж, который должен быть по-настоящему плохим, и герой должен появиться в нужное время. То есть, если герой появляется раньше, чем нужно, то это странно выглядит. Например, плохиш идет совершать плохие дела, еще не дошел, его уже убили. Либо герой появляется слишком поздно, когда он всех убил, плохиш. И герой появляется, тогда ему могут предъявить, что так поздно пришел уже. Поэтому в индийских кинофильмах обычно, когда с ножом рука замахивается, тогда появляется герой. Это, наверное, изначальный принцип героизма. Поэтому сначала в Пуранах идет описание отрицательного персонажа Равана. И вообще все предпосылки прихода. Далеко в прошлом была Ланка, и на этой Ланке жили ракшасы. Потом они возгордились своим могуществом, вступили в бой с тем, с кем не надо было вступать, проиграли, и, в общем, их депортировали. И остров освободился. И туда заселили каких-то других живых существ во главе с Куверой, зодчим полубогов, казначеем полубогов. А ракшасы, они жили... Ракшасы — это такая форма жизни. Сейчас их нет на Земле, может быть, есть, но... неизвестно, где они вообще. Это в древнегреческой мифологии это циклопы, в какой-то еще, в каких-то сказках это людоеды какие-то большие. Шрек, может быть, из этой категории как раз. И они здоровые, сильные, обладают мистическими способностями,
чтобы мы больше героя ценили, с кем ему пришлось сражаться. Злые почти все, почти всегда. Вот. И зачастую умные еще по всему. Итак, их депортировали, они где-то жили в внешних сферах, но однажды два ракшаса поднялись на поверхность земли и увидели тот остров, в котором они когда-то раньше жили, Ланка, там был красивый город, уже почти тогда сделан из золота, из всяких драгоценных камней. И они со скорбью смотрели и понимали, что это то, что мы потеряли, как-то надо вернуть, может быть. И они стали размышлять, почему одни сильные, другие слабые в этом мире, что есть полубоги, они сильные. Ракшасы иногда сильные, иногда слабые. Почему сильные ракшасы зачастую проигрывают слабым? Так устроен мир, что не всегда физически сильный сильный. Например, если есть слабый, и против него два физически сильных, то если это слабый стравит между собой физически сильных, то они друг друга убьют, и он выиграл. Ну и один момент, который они обсудили, что у тех, кто их победил, у полубогов, за ними стоят мудрецы со знанием законов природы, с брахматеджесом, с брахманическим могуществом, с ведическим могуществом. И, например, они разобрали Куверу, почему Кувера может сейчас позволить себе жить в том городе, в котором мы не можем позволить, потому что у него папа, мудрец Вишаус, и мудрец долгие годы совершает аскезы, и всю эту аскезу он копит, иногда он из родственных чувств каких-то отдает ее своему сыну. Как обычно родители склонны заботиться о детях. И они подумали, может быть, нам пойти по этому же пути достаточно разумно. То есть мы хотим чего-то достичь, мы узнаем, как это достигли предыдущие до нас люди, и идем по этому пути. И один другому сказал, у меня есть дочь красавица, ну, хотя ракшаси, но она красавица. Ну, как минимум, они могут принимать облики красивых девушек, они обладают мистическими силами. И мы можем ее командировать от нашей диаспоры, Гималай, соблазнить какого-то мудреца, а еще лучше того же самого, от которого Кувера родился. И так они договорились, они ее снарядили, они умели летать еще к тому же, она улетела в Гималай, пришла, и в это время этот мудрец совершал суровые аскезы, и во время которых он не мог говорить, там, отбиться. И она пришла, и она служила ему долгие годы, как-то от него мух отгоняла, не знаю, веером омахивала. Он не заказывал, но она это делала. И так долго-долго она это делала. Сама похудела, наверное, даже никого не ела в это время. И когда он вышел из медитации, он просто по-честному не мог ей как-то ее не отблагодарить. Он спросил, ну вот ты столько лет, скорее всего, это было долго, медитация не очень заметна, но я верю, что это было долго. Мне служило, я хочу как-то тебя отблагодарить, проси все, что хочешь, у меня большая тапабала. Тапабала — это могущество, которое обретают йоги в результате аскез. Любая аскеза дает плоды. Йоги умеют эти плоды концентрировать где-то в одном месте, копить. То есть это как любая работа, ну, может быть, не любая, но теоретически любая работа должна давать зарплату. Если вы копите эти деньги, не тратите сразу, то потом вы можете больше что-то купить. Так и йоги копили. И у него был очень большой запас благочестия. Он мне предложил, я могу тебе что угодно дать. И она сказала, знаешь, раз уж ты сказал, пообещал, ты же человек слова, должен выполнить. Он сказал, да. «Тогда я хочу от тебя детей». Он подумал, «Господи, этого я не ожидал». Она сказала, «Ну ты же уже пообещал. Во-первых, это мое личное желание, ты мне понравился за эти сотни лет, что я тебе служила. Во-вторых, это Родина послала, и я там герой на Родине все. Там везде его именем улицы назвали». Он сказал, «Ладно, я не за четверо детей», и сразу четверо получилось у них. И ракшасы, по благословению Господа Брахмы, они жестокие и кровожадные, поэтому их дети, рождаясь, сразу же вырастают в 16-летних юношей или девушек, потому что если они не успеют вырасти, их съедят родители. Поэтому они как ущук все там строят. И поэтому она родила, пока она лежала в этих вот тяжелом состоянии после родов, они успели вырасти все. До 16-летнего возраста, и один другого краша сразу было видно. Поэтому одного назвали Дашагрива, у него генный мутант такой был. У него было 10 голов. Грива, значит, шея, значит, 10 шеи. Второго назвали Кумбхакарна, как у кого? У индейцев, да, как выглядит, так и называют. У него были кумбха, это
горшок, карна – это уши. Значит, горшкоподобные уши, такое имя красивое получило. Девочку назвали Шурпанака, острый копти, значит. И последнего – Вибишана. Приморская, не знаешь, что Вибишана, значит. Ну, в общем, что-то хорошее, поверьте, раз он хороший. И вот такая семейка, сразу сильные, могучие, разумные, но дети все еще, и поэтому ведут себя как дети. Они сразу стали баловаться, досталось местным там, животным в лесу, они слонами кидались, связывали хвостами тигров, в общем, никого не боялись, и мудрецам тоже доставалось. В итоге они так бы и деградировали, но папа у них был мудрец. Это еще усугубляло ситуацию, что у них также интеллект был мудрецовский. И они однажды маме спросили, ну, мимо опять кувера пролетал на колеснице на своей небесной, они спросили, мама, почему тут вот так летает, а мы тут в лесу слонами кидаемся? Она говорит, потому что вы балбесы, вам учиться надо. И они спросили, что такое учиться? Она сказала, надо совершать аскезы и получать образование. Они сказали, ну, в принципе, мы готовы. И их папа обучил, какие аскезы совершать, и по разным версиям, пример Равана, он стоял там на кончиках пальцев, ну, одни говорят 10 тысяч лет, другие говорят 1000 лет. И каждую десятую часть своего стояния, например, если он 10 тысяч лет стоял, то через 1000 лет он отрезал себе голову и кидал ее в костер как подношение Господу Шиве. И так, когда закончилось 10 тысяч лет, у него осталась одна голова, то он ее хотел отрезать, когда перед ним появился, не помню, то ли Шива, то ли Брахма, и сказал, что хочешь. И он сказал, я хочу бессмертия, ему бессмертие отказали, как и предыдущим его, предыдущим демонам отказывали, потому что Брахма не сможет дать бессмертие. Тогда он попросил что-то, подобие какого-то бессмертия, он сказал, а можно, чтобы меня не мог убить ни полубоги, ни демоны, ни кто еще есть, в общем, никто, ни ракшасы. В общем, он защитил себя от всех сильных мира сего, но ложное эго не позволило ему попросить, чтобы его не могли убить люди и животные. Потому что люди для него на тот момент уже были какие-то очень несущественные живые существа, типа как мы бы сейчас, к нам бы пришел Бог и спросил, проси все, что хочешь, мы бы попросили, можно от нас там комары не закусают до смерти. Это смешно было бы, особенно перед другими кшатриями, которые бы встретили его и спросили, а ты какое благословение попросил, как могучий воин? А я попросил, чтобы комары не закусали до смерти. Стыдно. И он, это все знали глубокие, он не мог преодолеть эту штуку. И также попросил, тем более животные, для него животные, если он слонами кидался, то понятно, что все остальные, самые страшные даже животные, это были, для нас, как для нас комары, наверное, такие же угрозы представляют. Он получил эти благословения, а его брат Кумбхакарна хотел попросить еще что-то более суровое, но вряд ли бы у него интеллекта хватило. Но так или иначе, побаивались полубоги, они попросили у Господа Брахма разрешения, чтобы его жена, богиня учености Сарасвати, вошла ему в рот. И когда он будет просить вечности, как они обычно это делают, слово «нитим», то она исказила его язык, чтобы нидрам получилось. Не знаю, насколько это сложно было для Сарасвати, трудно представить, вы в чужом рту. У вас язык есть, и вы должны как-то рассчитать, как «ре» говорится, как «те» говорится. Ну, как-то, в общем, и поставить чужой язык таким образом, язык у него был вонючий и большой. Так или иначе, она справилась с этим. Когда он попросил у Господа Брахма, а можно мне нитем? Она его повернула язык, он сказал, нидрам, нидрам, значит сон. И Господь Брахма должен был успеть в это время сказать, благословляю Татаску. И он начал засыпать, и кричать, я не этого хотел, почему-то не получилось сказать то, что я хотел, и стал засыпать, ему говорят, ну ладно, будешь просыпаться раз в какой-то период, может быть полгода, может быть год, на один день, будешь успевать поесть, встречать детей, повоевать и опять спать. Кто-то хотел бы такую биографию? Ну, в общем, есть люди с такими биографиями. На самом деле, много людей известных, и вряд ли мы чью-то биографию хотели бы пережить, там, Гитлера или Сталина, но тем более Кумбхакарну. Девочка по девочке попросила сразу же полный комплект косметики, там, возможность превращаться в красивых девушек, мисс такая-то, мисс такая, в общем. А сари много попросила. И в то же время братья на нее смотрели, и чтобы не упасть там грязь лицом, она попросила, а можно, чтобы она тоже здоровая была, как они, и могла там убивать тысячами. И сказали, можно. Вот она такая стала. Здоровая, наглая и при этом обаятельная и привлекательная, когда хотела. Ну и в семье не без урода младший брат
их попросил, а можно? Я всегда помню, о Боге никогда не забывали. Они друг на друга посмотрели и сказали, ну ладно, так или иначе, это наш младший брат, будем его терпеть. И так они расстались. Расстались, и сразу же Равана, как главарь этой Сибанды, он организовал всех остальных, ракшасы были здесь под земли, сразу воспряли, и они сделали большую армию дисциплинированную. И благодаря могуществу Раманы он нанял брахманов каких-то, опять же, знал, как войти в доверие к ним. И все этот механизм заработал, Раман отправился завоевать Вселенную. И там длинное описание, кого он получил, где он завоевал Индру, в боях с Индрой он получил ранение от слона Индры. Тут он не рассчитал, что у Индры может быть слон, а слон это животное, от него можно погибнуть. И слон ему нанес удар длинным, ему там дырка в груди осталась. Но, и даже его почти связали, но сын Раваны, Индраджит, он под Мегананды его звали. Он вступил в бой и смог одолеть Индру, они его связали и привезли к себе на Ланку. По-моему, он их там овощи чистил там долгое время. Пока Брахма не пришел, он сказал, ну, может, вернете обратно царя полубогов? Они сказали, а что дашь? Они поторговались и, по-моему, там красивый голос он выторговал Брахма, что самый лучший певец во Вселенной будут, самый лучший чтец ведических мантр, и что такое. Набрал всего-всего, как в супермаркете. Но Индру отпустили. Также он победил Агни, также победил Варуну. Но какой-то доброжелатель, обычно самый доброжелательный доброжелатель на Нарада Муни, пришел ему и сказал, ну вот это ладно, это мелочь. А вот если бы ты Ямараджа победил, это было бы, конечно, звучало бы по всей Вселенной, слава бы твоя отнеслась по всем трем мирам. И он подумал, точно, что не Ямараджа-то? И они с войском отправились на Ямалоку завоевывать Ямараджа. Ямарадж в это время сидел дома, смотрел концерт какой-то по телевизору. И в это время вдруг там войско ракшасов появляется. И Равана видит, что в котлах кто-то варится. Там. Он увидел эти ад, в общем, увидел. Он подумал, почему варятся без моего приказа. Его не само это как бы возмутило, что там кто-то страдает, а без его ведома страдает. Поэтому он начал проявлять благородство, освобождать всех наказуемых. И Ямадуты вступили в бой. Тоже терять нечего с такой жизнью. И, в общем, великая битва завязалась на этой планете между ямадутами ужасными и ракшасами не менее ужасными. И от ран на теле они менее ужасными не красились, не становились, потому что уже были ужасны. То есть такое суровое взаимоотношение. И ямараджи донесли, сказали, Равана идет, что там творится, котлы переворачивают, грешники эти. Грешникам все равно, их что в котлах, что без котлов деваться некуда, все на этой планете домой не отпустят вообще. Они там, в общем, бардак. Он сказал, окей. Он послал туда военных своих, военные не справились, он тогда сам. И когда он появился на поле боя, то он был в колеснице, в такой мрачного вида. У него за место лошадей были то ли ослы, то ли какие-то, в общем, символы болезней, а возницей была бабушка с косой смерти. Видя ее, просто все ракшасы от ужаса оцепенели, и остатки сил, которые у них были, они направили на то, чтобы убежать с поля боя, но у Раваны была сильная вера, что его нельзя убить. Он тоже оцепенел от ужаса, но продолжал стрелять. Эти стрелы летели в смерть, в карете сидел сам Ямараш со своим скипетром. И смерть повернулась и сказала, слышишь, можно я его убью? Он сказал, нет. Только я его убью, потому что он даже в меня попал. Хотя их убить нельзя, смерть нельзя убить. Ямараджа тоже нельзя убить, но обидеть можно. Что он и сделал. И тогда Ямарадж, обиженный уже, до нельзя соскочил с колесницы, схватил скипер, побежал и занес уже над головой Раван и убил бы даже его. Но в это время небеса разверзлись, оттуда появился Господь Брахма и сказал «стоп всем». Все остановились. Он спустился и сказал, что минуточку. Все принесли ему поклоны, все его уважали, даже Равана уважал. Всегда в выяснении взаимоотношений, в конфликте очень важно, чтобы был посредник, которого уважают все. В данном случае это был Брахма. И он сказал Ямараджа, что если ты его убьешь, то будет хуже на самом деле. Ты избавишь мир от ракшаса, но при этом тогда мое обещание, что его не смогут убить полубоги, будет нарушено, и следующие поколения людей долго, они будут вспоминать то, что я несовершенен, что я даю обещание, которое не могу обеспечить, значит, что они тоже могут это же делать. Значит, последующие поколения людей будут нарушать законы, ссылаться на меня, ну а что, Брахма же пообещал, я не выполнил обещание, почему бы нам не нарушать? И в этом обществе начнется деградация.
на райских планетах, на средних, на адских, везде начнется. Но при этом Раване он сказал, ты его убить все равно не сможешь. Давайте заключим договор, всем будет хорошо. Значит, я, Равана сейчас получит победу, и Мараждаса, но Равана уедет с Ямалоки, а я получу то, что мое обещание выполнилось. Они заключили договор, и Равана протрубил в раковину, поднял флаг победы и с победой отправился по вселенной, всем рассказывает, что он победил Имараджа. Имарадж отправился обратно в свой тронный зал и дальше продолжал свои дела. Котлы восстановили, отопление дали. Каждый получил свое. А Брахма вернулся на Брахмалоку. И так он дальше путешествовал, он спустился вниз, там они встретились с демонами, с дановами, они сразились, и не год сражались. Никто никого не мог одолеть. Потом через год только Равани сказали, что у демонов такое же благословение, что их не могут убить ракшасы вообще. И потом они решили заключить договор. Заключили. Потом он отправился еще, там история с Бали Махараджем произошла встреча. Потом он пришел на средние планетные системы, убил царя Айодхи, Араньи его звали. И когда он его убил, а обычно когда Равана кого-то убивал, они потом съедали их. И перед тем, как его съесть, тот еще мог говорить, он сказал, что тебя убьет мой потомок. И также потом идет перечень неудачных путешествий Равана. Он приехал в царство Хайхаев, где управлял Арджуна Хайхаев Картавирья Арджуна. Он был очень мощный, и по благословению Господа Шивы у него было 1000 рук. И Равана подъехал и увидел процветающее царство и подумал, о, это кто такой без меня процветает, почему не мой вассал? Когда он подъехал ко дворцу, затрубил раковину, оттуда вышли солдаты и сказали, знаете, вот хозяина нет, он сейчас купается на реке Годавари, поэтому вы можете поехать там с ним сами пообщаться. Он сказал, окей, и поехали на эту реку. Когда они стали подъезжать, они увидели необычное явление, река вышла из берегов. И Равана своего главнокомандующего Прохасту отправил, сказал, иди проверь, что там творится. Необычное явление природное. Прохаста подъехал и увидел, что стоит царь с 1000 руками, выпустил, у него не всегда у него все торчали. Когда надо было, он их выпускал, когда надо было, втягивал. 1000 руками перегородил реку, то есть показывал своим женам силу. У него было много жен, он там с ними купался. И река вышла из берегов. И Прохаста это увидел, вернулся и сказал, слышишь, Равана, может мы поедем дальше? Он говорит, нет, сражаться. Затрубил раковину, вызвал на бой, тот вышел из воды и сказал, слышал я тебе, Равана, ты путешествуешь, на всех нападаешь, давай завтра приходи, я сегодня выпил, и поэтому не могу, неадекватно. Он говорит, нет, только сегодня, и начали. Ну и тот... Этот Арджуна проявил там все виды оружия, из этих рук вылезли. В общем, он начал стрелять, там ракшасов много погибло, многие отступили. В общем, он запрыгнул на колесницу Равана, скрутил его, связал и увез себе в плен. И там сколько-то месяцев Равана он сидел в плену. И потом он его отпустил. Не помню причину. Вот, также он однажды проезжал со своим войском мимо Кишкинды. Это вот столица обезьян была, очень красивый город в горах, в пещерах, пещерный город. Там было очень много тоже всего необычного. И он подумал, почему бы такой город не заиметь. Он спросил, кто главный. Ему сказали, главный Бали. Он совершает аскезы в Гималаях. И Равана отправился в Гималай. Издалека он увидел здоровую волосатую спину Балина, который совершал аскезы. И подумал, он думал только о том, каким образом этого Балина сейчас прихлопнуть. Он подкрадывался к нему сзади и думает, наверное, за хвост возьму, размотаю об камни. Нет, наверное, кулаком по голове. Нет, и вот так он шел, размышлял, что с ним сделать. В это время Балин резко развернулся, схватил его за шею и подпрыгнул вверх. И мы знаем, они высоко прыгали, обезьяны в то время. Ханман прыгнул на 100 йоджу, на 1300 километров, то это тоже несколько километров вверх со скоростью пули летел. И при этом царапал голову Равани, тот весь в крови был, выпустил остальные головы, ну было что царапать вообще. И он верещал, и он ничего не мог сделать. И он вспомнил предсказание, что обезьяны тоже его могут убить. То есть он испытал страх, и пока он туда-сюда летал, он успел прославить Балина, сказать, я просто мимо проходил, думал, подай, подойду, поздороваюсь, вот уже почтение, ты уж меня прости, я больше не буду, я же не знал. В общем, они заключили договор, что он, они нападение, и Равана дальше. И так ему не всегда везло. И так это главный отрицательный персонаж, как это, Дядька Черномор, Руслан и Людмиле, там был, значит, Руслан, это кто? Рама, тоже Нарья. Людмила это Сита, а Черномор это вот как раз вот и есть. Или Кощей Бессмертный, Иванушка Дурачок, и кого украл Кощей? Василису? В общем, то же самое, тот же сюжет, только в другой традиции.
И жил был царь Дашаратха в Айодхе, город, который был 90 на 90 миль. Очень красивый город, потому что Дашаратха, он обладал квалификацией сражаться за полубогов, и полубоги по просьбе его построили им этот город. То есть зодчий Вишвакарма, полубогов, значит, там, своими какими-то колдовскими методами, построил ему красивейший город на земле, потому что это была империя, и это был императорский город. То есть царь царей, это был Дашаратха на тот момент. Очень часто земных царей приглашали сражаться за полубогов, то есть оплачивали им проезд туда-обратно, и так или иначе они туда летали по причине того, что многие демоны или ракшасы, они получали от Брахмы благословение, что полубоги их не могут победить. А людей в списке в этом не было. Поэтому люди, наделенные оружием и могуществом полубогов, могли это сделать за них. Поэтому они прилетали, мотали этот колесничий Индры, Арджуну увез туда, в данном случае не знаю кто, но увезли туда Дашаратху, дали ему колесницу определенную, и все, научили, как воевать, он там в этих тренировочных базах жил какое-то время в раю. И потом он выходил на бой и побеждал всех. И он так мощно сражался иногда, что врагам казалось, он так быстро перемещался с места на место, что на поле боя 10 колесниц, хотя он был один. Поэтому его назвали Дашаратха. Радха значит колесница, Даша 10. И как обычно в сказках бывает, у него все было хорошо, но не было детей. И он очень хотел, у него родилась одна дочка, ее назвали Шанта, и он и то своему другу подарил, его друга звали Ромапада. Это царь Анги, соседнего государства. Анга — это Бенгалия сейчас. А он управлял, где, ну, примерно Непал, Айодхе там находится. И этот Рамапада, это значит санскрит, в переводе «волосатые ноги». То есть у них очень красивые имена. Даже не то, чтобы ноги, а стопы, получается, пада, да? Волосатые стопы. То есть это редкое явление. Ноги-то у всех волосатые. Мы все... Стопы, как мы были в Джаганатхапуре, там, если кто-то видел, кассир сидит в кассе, ну тогда сидел, у него волосатые уши полностью. Так покрытые вот таким, как вот у собак уши. Я на него так взглянул случайно, и ошибку совершил. Он этот мой взгляд поймал, и я когда подошел покупать билеты, он их не продал. Он стал орать на хинди, что-то тыкать в надпись на хинди, и говорит, ты что, не понимаешь, что здесь написано? А я реально ни хинди не понимаю. Я отошел к соседнему окошку, спросил, а что там написано? Он мне говорит, что один человек не может 4 билета покупать, только 2 может покупать. А ты один. Я говорю, у нас же двое. Но он как будто бы того не видит второго. Мне пришлось снова встать, снова подойти, снова то же самое подать и показать, нас двое, билеты 4. И тогда он продал. Но ему, то есть он, видимо, давно с такими ушами, он до сих пор не привык, что это неприятно, когда на него смотрит. Итак, это был Рамапада, он получил дочь Дашаратхи, а сам Дашаратха не имел детей. И все, он старел, ему уже было, ну они тогда жили долго, 100 тысяч лет, ему было примерно 60 тысяч лет уже, по-нашему 60, значит, примерно пенсионный возраст. Уже отходило дело, и... а детей все не было и не было. А для царя не иметь детей, это не то же самое, что для нас не иметь детей. Это значит, что он должен кого-то обучать, это вкус особый. Во-вторых, он должен кем-то гордиться, он должен кому-то трон передать. Этот человек должен быть квалифицирован. Много всяких «но». Потому что семейные традиции у кшатриев, у царей очень сильные. У них был тронный зал, в который вас заводили и говорят, это твой отец. Он там погиб в бою с кем-то. Это твой дед, он погиб в бою с кем-то. Это тот-то, тот-то. И показывали подвиги такие. Также их предки, многие из них жили на Питрилоке, на планете, которая попадает в благочестивые живые существа, и там живут райской жизнью за счет жертвоприношений, которые их потомки проводят. Если вдруг вы не оставляете потомков, то ладно, с вами там проблемы будут, может быть. Но и ваши предки-то рассчитывают, что вы оставите квалифицированных потомков, которые будут совершать яги, чтобы ваш папа жил хорошо, там дедушка, бабушка, там, в общем, все. И это на одном весе бремя, на отце. Это очень сильно угнетало его. Ну и, в общем, там с теми мудрецами советовался, с другими. Кто-то из мудрецов в итоге ему сказал, что да, было предсказание, что 4 кумара приходили, они предсказали, что когда в какой-то определенный момент твоей биографии придет мудрец, или ты позовешь мудреца, он проведет путро кармешки яги, яги для зачатия ребенка, и она достигнет успеха, у тебя родятся дети. Но одно условие, этот человек, он будет необычным. То есть, это должен быть священник, который до своей женитьбы никогда не видел женщин. И Дашаратха подумал, таких же не бывает. Каждый же должен был увидеть свою мать.
И он ходил задумчиво с этим вопросом, и в какой-то момент, в какой-то беседе в кулуарной, вдруг он услышал рассказ, что вот у твоего друга Рамабады, твоя дочь выросла, и ее выдали замуж за юношу, который до своей женитьбы никогда женщине не был. Он подумал, может быть, это тот самый случай. И он спросил, а как это произошло? Ему рассказали, что однажды Рамабада, он совершал жертвоприношение традиционное для царей, они совершали какие-то яги. Для того, чтобы урожай был хороший, чтобы там дождь вовремя шел, чтобы люди не болели в государстве, чтобы враги не беспокоили, чтобы в общем, все было хорошо. И он пообещал священникам, которые проводят этот ритуал, он пообещал им 2 мешка бриллиантов, хотя священникам бриллианты не нужны, но вот он им пообещал и понес, на всякий случай, вдруг пригодится. И пока нес, он увидел, что сверху лежат 2 очень больших красивых бриллианта, он подумал, о, это же просто произведение искусства. Зачем священникам бриллианты? Он забрал их и насыпал маленьких по весу. Но священники обиделись. Они подумали, о, наш царь обманщик. То есть бриллианты нам действительно не нужны. Но почему он обманывает? И они приняли решение, они сказали, ну мы тебя сильно проклинать не будем, но мы обиделись, мы уходим из твоего царства, теперь как хочешь, давай без мудрецов осталось. Они ушли, и дожди закончились. 1-2 года нет дождей, засуха. В общем, тяжело, у него какие-то запасы оставались, и он мучился, он понимал, что он виноват, он как-то уговаривал, они не уговаривались. Тогда он министров собрал и говорит, ну давайте мозговой штурм, что делать? И один из министров сказал, надо привести извне каких-то мудрецов, надо привести мудреца, который будет супермудрец, и они все привлекутся, им обратно вернутся. Он спросил, а кто у нас супермудрец? И они говорят, ну вот, да, и замялись, ну говорите, говорите. Ну там в джунглях, в общем, есть один такой мудрец и бандык, он вообще оттуда не выходит, но его сын, вот, юноша, ему, в общем, все ходят паломники к нему, ему там 16 лет. Он супермен, вообще очень простой. Он, например, никогда в жизни женщин не видел. Кто-то спросил, а почему он никогда не видел женщин? И они рассказали историю, что однажды этот бандык сам появился странным образом, там, не помню от чего, от Кашьяпы, по-моему. Кашьяпа куда-то посмотрел не туда, я взгляды Кашьяпы на что-то. Вдруг ребенок появился. Этот ребенок оказался на земле, сразу вырос и сразу мудрый был. Он подумал, о, что я тут делаю? Говорится, что он жил где-то в Мадхья-Прадеш, до сих пор это самые бандитские места, леса в Индии. И он в этих краях Мадхья-Прадеша как раз оказался. И тогда тоже они были злачные. Он подумал, ну ладно, раз я здесь оказался, буду аскезы совершать. Он уже в сердце знал, что такое аскезы, как их совершать. И он стал совершать и копить могущество. Копил, копил, не тратил ни на что, потому что человек без материальных желаний, ему не на что тратить плоды своих аскез. Но Индра, царь рая, у него есть определенные топометры, и он следит за тем, как кто где совершает какие аскезы. И когда аскезы доходят до критической массы, он пикать начинает. Он вызывает министра, спрашивает, это вот кто там такой? Они его биографию рассказывают, он говорит, так, Вибандака, окей. Надо его совратить, чтобы он сошел с пути праведности. И пока они там думали, как совратить, тот уже накопил столько аскезы, что уже местные райские куртизанки не справятся. И он не знал, что делать. И страх у него, и беспокойство. Он отправился к Брахме, пришел и говорит, извини, все отвлекаю от каких-то важных дел, но вот такая у меня проблема. Брахма сказал, Вибандаку, знаю хорошо, он хороший человек, вообще даже не думает, никаких материальных желаний нет. И в рае в твоем не заинтересован точно. Он говорит, ну он не заинтересован, у меня ум беспокоен. Помоги, давай его как-нибудь с пути праведности собьем. Я тоже думал, может каких-нибудь куртизанок отправить, но даже Вишвамитра справился со второй. Вот. Тот говорит, ну ладно, что ты хочешь? Ну, давай какую-нибудь твою девушку возьмем. Они же у тебя там, получается, 100 раз красивее, чем на райских планетах. Он говорит, ну давай. Вызвали девушку, ее звали Харша. Дали ей задание, сказали, ну вот Индра, он тебе по дороге все объяснит, это важное очень для Родины задание, надо мудреца с пути правильности сбить вперед. И они пока летели, он ей рассказал, кто такой мудрец, чего, откуда появился, кто родственники у него, какие песни поет. И она прилетела и, пользуясь таким своеобразным, но достаточно популярным методом по соблазнению мудрецов с девушками из Брахмалоки, она оделась в одежду святого, села недалеко и стала очень красиво петь песни, которые Вибандака же и придумал. То есть песни преданности Богу. Очень возвышенные, так что он в какой-то момент услышал, и у него слезы потекли. Он говорит, это кто так поет? Это какие красивые песни, кто-то тексты мои знает.
И он пошел узнать, кто такая. Он увидел девушку, он понял, удивительно. Ты тронула мое сердце, вот у меня нет никаких материальных желаний, но выяснилось, что есть. Мне нравится слушать, как красиво поет, оказывается. Давай, я тебе дам все, что хочешь. Вот ты меня так порадовала своей чистотой, произношением. И она то же самое сказала. Она сказала, знаешь, мне от тебя ребенка надо. Тут, Господи, а что от меня-то? Вот ты вообще кто? Давай, знаешь, у меня я накопил тут уже кое-что, добавал. Давай я заставлю Индру, и у тебя от Индры будет ребенок. Хочешь? Даже Брахму могу заставить, я настолько могущественный. Она говорит, нет, Родина сказала от тебя, значит от тебя. И в итоге, ну, подумал, вот день какой плохой сегодня. Говорит, ну ладно, отвернись. Она отвернулась, он как-то там дал семя и сказал, на, иди зачинай где хочешь. Вообще, не хочу с тобой дело иметь. И она взяла семя и подумала, надо выбросить, мне это уже не нужно, но я свое дело сделала. Но потом подумала, что это же очень могущественно. Если я брошу, она там землю до Аргентины прожгет. И поэтому надо кого-то оплодотворить этим семенем. И бедная лениха стояла, жевала траву, никого не трогала. Она бросла и кинула в нее. Я не знаю, как это произошло, каждый может дома сам додумать эту историю. И как это попало в ее утробу. И она родила тут же мальчика. Человеческого, но с оленями рогами. И родила, Ришишинги не видел этого уже, как это все происходило, он снова погрузился в медитацию, сидел, и вдруг кто-то его тыкает носом сзади. Он поворачивается, оленька, он говорит, о, Господи, какой день сегодня плохой. Ты кто такой? И она тыкает и говорит, пойдем со мной. И он пошел, и увидел там этого ребенка, и сразу понял, что это его ребенок, и теперь ему, похоже, придется его воспитывать. Он подумал, ну ладно, наверное, план Бога такой. Он его вернул обратно вашим, ребенок быстро рос, он его обучал всему, но у него возникла неприязнь к девушкам. Одна, значит, из этой девушки, из Ахарши, он на них обиделся, он решил, что вот ребенка я своего воспитаю еще супераскетом. То есть он убрал все упоминания о девушках из вед, которые ему из устно преподавал. Он своим мистическим могуществом, потратил его часть могущества на то, чтобы в радиусе скольки-то километров, скажем, условно, 10 километров, не было представительниц женского пола никакого, никаких, ни женщин, ни птичьих, ни рыбьих, ни комарьих, никого не было, чтобы, ни медведев, ни оленей. Чтобы даже вопрос у сына не возник, а это кто такие? И почему эти от этих отличаются? И все, он его воспитывал аскетом, совершать яги. Это была Трета-юга, основным методом был жертвоприношение, у них был костер такой семейный, там миллион лет уже горел, потому что Вибанга долго жил, они в него лили масло, там мантры повторяли, плоды получали. Вот. И мальчик рос. Он сразу же, без всяких проблем, все усвоил, все понял, и у него могущество, он мог что уже всякие вещи делать великие. Он уже Индре угрозу представлял. И в это время как раз засуха в Рамападе случилась. И он созывает всех, ему рассказывает про этого мальчика, он думает, о, как-то надо мальчика вытащить там сюда, потому что если такой мальчик появится в нашем царстве, то у нас сразу все зальет тут. Сразу урожай будет 5 раз в год. И он опять же, как Акал, Вибандака, суровый человек. Если мы попытаемся убрать мальчика у отца, отец проклянет, у нас тут не только урожай, тут жителей не будет. Все спалит своим гневом. И он кинул клич, может ли кто-то придумать какой-то план, и пришли какие-то местные путаны и сказали, мы готовы ради Родины, мы готовы свою жизнь пожертвовать, к тому же мальчик ни разу не видел женщин, у нас есть определенная возможность повлиять на него, потому что он нас не боится, потому что он даже не знает, кто мы такие. То есть эти девушки легкого поведения, они сказали, ну вы нас только обеспечите всем, что нам надо, и он сказал, окей, им сделали большой корабль. Я так понял, против течения они должны были плыть, по Ганге. И гребцы сидели спрятанные в кустах. Это был большой корабль-сад. Там были деревья фруктовые с сладкими фруктовыми плодами, там были озера, там были беседки красивые, там все было для чувственного наслаждения. И эти гребцы бедные гребли против течения. Вот эти девушки там сидели, они когда подплыли, корабль оставили в определенном месте, и девушка-разведчица пошла и стала выжидать, смотреть, когда Вибандака уйдет, чтобы воспользоваться этой возможностью. Не могу ответить на вопрос, почему не сработал то, что Вибандака обложил 10-километровой зоной запрет на проход девушек. Может быть, в этот момент он зачем-то бы снял. Иногда бывает, когда у вас машина на сигнализации, во времена угона машин, да, и хулиганы сначала расшатывали машину, чтобы вам надоело ночью выключать сигнализацию, вы ее сами отключите, они уезжают.
Наверное, так же кто-то сделал. Но в любом случае, полубоги были на стороне девушек, и они тоже за этим следили, они видели сюжет. Полубоги тоже. И поэтому полубоги организовали, что один друг Вибандаки, мудрец, километрах трех жил, наверное, может больше, пошел за водой, и непонятно откуда взявшийся бегемот напал на него и проглотил наполовину. И он был во рту у бегемота, и ни туда, ни сюда, и орал так, что тот за несколько километров слышал. Помогите, помогите. И он, Вибандака, отправился друга из беды выручать. Вот. И пока он шел туда, он пришел, полубоги устроили так, что Кучинурэру там его встретил, и все стали задавать вопросы, как мне в семейной жизни, как мне не болеть, как. И там Даршин такой, и он завис там на несколько дней. А мальчик один остался. Он уходил, он сказал, ну ты там давай сам масло лей, он, ты же все знаешь, и ушел. И девушки тут же подогнали корабль, с трапа сошли, и они реально были красивые, яркие. От них запахи приятно сходили. То, чего был лишен мальчик. И он их увидел, он вспомнил, что когда мудрецы приходили к моему папе, то папа касался их стоп и обнимал их. Я должен так же делать. И он пошел касаться их стоп, стал их обнимать, и как-то они необычно долго его обнимали. И он вдруг что-то почувствовал, какая-то волна у него по телу пошла, и он не мог понять сначала, потому что папа ему это не объяснял. Но он испытал эмоции до головокружения очень сильно. А потом мне сказали, он спросил, может быть, вы покушать хотите? Они сказали, ты что кушаешь? Там, полынь. Все еще. Они говорят, у нас есть кое-что лучше. Есть страна мудрецов, папа тебе о ней не рассказывал, но там такие удивительные мудрецы, они такие возвышенные, что вот как мы примерно. То есть ты нас просто коснулся, у тебя уже трепет в теле, ты уже вспотел. А там это суперреализация, она духовная. Он поверил. И они принесли сладкие сладости различные, фрукты. Он объелся с непривычки, у него вкусовые бугорки там. Первый раз испытали такие ощущения, и он еще больше. Он захмелел, в общем, там у него. И потом мне сказали, ну что, может быть, нашу страну рванем тогда? Он сказал, рванем. Вот. И остатки разума у него остались. Он говорит, может быть, а кто тут жертвенный костер, который миллион лет горит? Они сказали, ну мы же супермудрецы, мы одного оставим, он справится. И посадили какую-то девушку. Сказали, давай, лечь, это бормочи, это наши мантры, сказали. И она стала поливать, и он ушел на корабль и уплыли. И когда они приехали, он только сошел с трапа, как хлынул дождь, и его уже встречали все жители государства, уже были подготовлены, как правительственная делегация с флажками. Сразу же какую-то девушку к ним подвели и сказали, это принцесса Шанта, она будет твоей женой. Он спросил, кто такая жена, кто такая принцесса. Ему все это рассказали и сказали, что вот первый, кто на нее посмотрел, это был ты, должен стать ее мужем, это такой закон нашего государства, отказываться нельзя. В общем, пока он сообразил, что его обманули, его было уже поздно, он уже был женат. И уже его посадили на трон, сказали, это вот тебе, это методы управления. Он ничего не мог понять, вот, потому что его кормили сладким, вот, все на него смотрели, он, вот это все мелькание форм, запахов, вкусов, он, в общем, был очарован. А в это время папа вернулся от бегемота и увидит дурные предзнаменования, пока шел по лесу. Вороны каркают, шакалы воют. Что там еще? Как однажды дальше в романе будет описываться, как... Кхара отправился воевать с Рамой, и были дурные предзнаменования. А стервятник сел на древко флага, и со свистом перед ним упал обезглавленный труп. И вывод такой, что если вы выходите из дома на работу, и перед вами со свистом падает обезглавленный труп, в этот день не ходите. И тут он идет, и Бандага видит, что что-то плохо. Он быстрее ускорился и прибегает домой, и видит, что ну, дом условное название, на поляну, где они жили с сыном. И видеть, что кто там сидит такой вообще. Женщина, как она тут оказалась, еще какого рода женщина? Он пришел в гнев, и он уже почти проклял, и она упала ему в ноги и сказала, прости, не проклинай, я не виновата, это все ради Родины, что не сделаешь, я не ради себя. Он спросил, где мой сын? Сказал, он уехал там с девушками в город. Он сказал, какой город, какая страна, кто царь. Он сказал, ну не проклинай его, этот царь, он невинный. Он просто, у него засуха была на безысходности. Вот ты сходи сам разберись, он наверняка что-то там хорошее придумал. И Бандага подумал, пойду в глаза ему погляжу и прокляну в глаза. Он отправился туда, а царь действительно был умный. И пока он шел в Бандага, то он увидел по дорогам разные чудеса. В одном месте он увидел рынки богатые. Купцы там бесплатно благотворительностью занимались. Он спросил, так, кто такие, кому принадлежат. И они стали хором говорить на чистом санскрите, это принадлежит все твоему сыну Риши Шринги, он у нас великий царь, мы тут, когда он зашел на трон, у нас все стало хорошо, спасибо тебе, что такого сына родил. И он подумал, о, он мягче стал чуть-чуть.
Дальше он ушел, увидел еще большие города какие-то, и там тоже правители вышли, и он тоже так же не стали говорить «Спасибо тебе за сына». В общем, все его благодарили, пока он шел. И самое в конце было, когда он подходил к городу Рамапады, то он увидел, что пыль какая-то по дороге, он увидел, кто-то ползет к нему весь в слезах. У него сразу сострадание к этому человеку. Он говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Я местный царь Рамапада, прости, не проклинай, я, это я, ради несчастья у нас была засуха, и твоего сына пришлось таким образом, ты уж прости, но вот мы вот сразу же короновали, не волнуйся, все ему принадлежит». И Банда говорит, вообще смягчился, зашел, посмотрел на сына и сказал: «Ну вот когда у него родится сын, ребенок, я его заберу обратно в лес, а пока пусть тогда сидит». И ушел. И жена этого Риши Шинги уже была беременна, Шанта, когда царю Дашаратхи сказали о том, что вот этот юноша есть в соседнем царстве, его жена беременна, когда у нее родится ребенок, этот юноша уйдет, ты его больше не найдешь. И Дашаратха тогда сказал: «Окей, надо срочно его звать». И обычно срочно, и что-то важное, то цари, они шли при всем параде просить что-то серьезное. Поэтому он все войско снарядил, и они отправились туда, к его другу Рамападе. Рамапада подумал: «Войско Дашаратхи двигается, наверное, война будет, надо пойти сдаться самому лучше». Он вышел вперед сдаваться, он тот сказал: «Нет, я к тебе с просьбой, не могу ли своего зятя дать мне провести яги для зачатия детей». Он сказал: «С удовольствием». Он пришел, провел. И появился из жертвенного костра, появился большая черная фигура, у него был большой горшок со сладким рисом. Он его поставил на землю и сказал: «Вот, Дашаратха, твои жены должны выпить этот сладкий рис, и тогда они родят». Дашаратха подумал, они утонут в таком большом горшке, и попросил Риши Шинги: «Не мог ты попросить его уменьшить горшок?» Тот попросил, тот уменьшил. И они разделили. Одну часть взяла Каушалия. Она и часть своей части отдала, половину взяла, и часть отдала Сумитре. А также Кайкея взяла и то же самое отдала Сумитре. И в итоге через какое-то время у них родились дети. Рама родился у Каушали, Барата родился у Кайкеи, и братья-близнецы Шатругна и Лакшман родились у Сумитры. С детства Лакшман был привязан к Раме. Все братья были привязаны к Раме, но в какой-то степени Барата с Шатругном дружили. Вот. И детство их прошло в развлечениях, они были очень талантливы, они все схватывали на лету, учились воинскому искусству. И такие какие-то краткие упоминания есть, как они там жили. Но основной эпизод начался, когда пришел мудрец Вишвамитра к ним в гости. Когда Вишвамитра вышел из леса, то царю обычно система слежение была, она и до сих пор, наверное, есть, но раньше она была, скажем так, примитивней. Когда появлялась какая-то опасность или какая-то значимая личность появлялась, то какие-то люди там, может быть, костры жгли, может быть, зайчиков пускали, но они предупреждали еще кого-то, те еще кого-то, и так быстрее, чем тот добирается, уже информация поступает, что-то серьезное. И Дашаратхи доложили что-то серьезное, они через какое-то время пришли шпионы и сказали, что Вишвамитра идет к тебе в царство. И он заволновался, потому что Вишвамитра необычный мудрец, склонный гневаться и может проклясть так, что мало не покажется. Поэтому Дашаратха выбежал тоже из царства, принес свои поклоны, сказали: «Мы вас можем довести, вы к нам в гости, спасибо, что как бы для нас большая честь вас принять», и все такое. И сказал Дашаратха, что: «Дорогой Вишвамитра, все мое царство принадлежит тебе, проси все, что хочешь». «А что там проси, все твое и так». И тогда Вишвамитра сказал: «Точно? Да. Тогда я хотел бы попросить у тебя Раму и Лакшмана». И в это время Дашаратха понял, что вот этого он не ожидал как раз. И он, когда просто понял, что ему придется расстаться с Рамой, он рухнул, потерял сознание. Потому что весь город, вся Айодхи, она жила только разговорами о Раме, созерцанием Рамы. С утра люди уже просыпались и думали, где я смогу увидеть Раму. Потому что когда он появлялся, они смотрели, не могли оторвать глаз от него. И так вот, сколько он был, столько они на него смотрели. Они не ходили на работу из-за этого. Они, если о чем-то говорили, язык сам говорил о Раме. То есть сильнейшая привязанность. Это вот как юноша влюбляется в кого-то первый раз, но он думает об объекте любви, он только смотрит на ее изображение. И Дашаратха когда представил, что он, потому что он плотно с ним общался. То есть разлука для него гораздо больнее будет, чем для любого другого гражданина. Он очнулся, не мог понять, где он лежит, посмотрел, Вишвамитра стоит, вспомнил диалог предыдущий, снова рухнул.
В итоге надоело там. Поднимался, падал, поднимался, вишами смотрел, говорит, что он падает у вас? И Васильевский сказал, ну там от радости, что-то не заметишь, но от радости. Если он еще раз упадет, я его прокляну, в общем, ему скажите. И когда он пришел, ему Васильевский сказал, отвел в сторону и сказал, знаешь, там вишами дурному не научит, отдай ребенка, он будет хороший, он наоборот хорошему научит, а иначе тебе не поздоровится. И его я знаю хорошо. И он сказал, да, Вишвамитра, это для меня это большая честь, отдать тебе раму. И подумал, может быть, еще тогда и Лакшман тоже, потому что Лакшман, он будет служить раме, непонятно, что там с ним будет, вдвоем все-таки надежнее. И так раме с Лакшманом сообщили, что они уходят с Вишвамитра, они очень обрадовались, для детей это романтика, и они отправились в лес. По дороге они шли, и Вишвамитра им рассказывал разные истории про мудрецов, богов, демонов, принцесс, и все остальное, все, что нравится в любом возрасте. И в какой-то момент они подошли к какому-то темному лесу. Этот лес, он был как будто после пожара. И он их, они спросили, почему лес такой, где живность вся, где, почему птицы не поют. И Шрамид рассказал, этот лес принадлежит Ракшасе Тадаке. Там, Тада, Тарака или Тадака, там буква в хинди есть буква Ре, и вот там она стоит. Иногда ее как Д, как, иногда как Р читаю. И это будет ваше первое задание. Вы, она сейчас, скорее всего, прибежит. Вот, и вы должны будете ее убить. Рама сказал, ну ведь она женщина, та женщина, ты ее не видел еще. Когда она прибежит со всеми видами оружия, ты поймешь, что если женщина с оружием, то там же не воин получается. Он сказал, а как? Ну я тебе научу, он дал ему какие-то мантры, балы, атибалы и другие различные виды оружия научил вызывать. И Рама, есть разные способы вызывать на бой. Один из них это трубить определенным образом в раковину. Или вот как в данном случае Рама ударил кулаком по тетиве и раздался звук. И специалисты в воинском деле понимают, что это звук вызывания на бой. И она в это время спала, звук достаточно пронзительный и резкий был. Она соскочила и подумала, ничего себе, кто-то вызывает на бой, надеюсь на меня, выглянула. Звук повторился, она соскочила и в полном гневе, с недосыпа тем более, она побежала выяснять, кто там такой герой. Когда она увидела там двух юношей и мудреца, ну Вишвамитру она знала, эти кто такие, не могла понять. Она подумала, что даже на завтрак не хватит этих троих. Но гнев был такой, что она стала по инерции вырывать деревья, кидать в них. Представляете, у вас летит дерево со скоростью ну, пули, скажем, неприятное ощущение. Вот. Но Рама стрельнула, и дерево в щепки. До вас долетело только куча пыли деревянной. Куча чего? Опилок. Как будто она опилками кидалась, получается. И Вишвамитра сказал, давай, лучше в нее стрелять, чем в деревья, потому что сейчас скоро стемнеет, а она там какую-то силу получит, и тебе будет тяжелее вообще. Гораздо справишься, но тяжелее, будет время протянет, и лес испортит. Вот. И она там вырывала деревья, кидалась, а он пустил стрелу, она попала ей, куда надо попасть, чтобы убить. И она рухнула и сломала там, просеку прорубила. В общем, грохот был здоровый, такой, что услышали все. В те времена, в этих играх, периодически кто-нибудь то орал, то падал так, что слышали мудрецы на райских планетах. Это был один из эпизодов, когда они вышли из медитации. И, в общем, он их поблагодарил, они не стали ее кремировать, по-моему, даже, и они ушли. Дальше. Когда они пришли вашим Вишвамитре, он им объяснил, я совершаю жертвоприношение на благо Вселенной. С какой-то периодичностью, примерно раз в неделю, прилетают как раз два сына этой вот Ракшаси, и они испортят ягью. Они кидают сверху всякие нежелательные предметы, то есть они выливают потоки какой-то крови, откуда не берут, испражнения, кости там еще все кидают, камни, иногда убивают мудрецов, и потом довольные собой улетают. И ваша задача, в общем, позволить мне до конца это жертвоприношение провести. И Рама с Лакшманом, они стояли и 7 дней они не спали. Они ходили вокруг бдительно, это фактически первый бой такой осознанный, ну вот эту ракшаси убили, но вот так иначе. Вот они не знали соперника, кто такие, это были ракшасы, их было несколько. И в какой-то момент по характерному запаху запахло испражнениями, и видно было, что кто-то откуда-то движется, какая-то канализация летающая. И вот они увидели в темноте, там два этих летели парни. Здоровые, лохматые, громкоголосые, злые, а узнавшие о том, что ее маму только что убили, их маму убили, то есть у них были все причины быть злыми. И они, как небесные истребители, смотрели, где эти костры-то в темноте, и хорошо ли? О, вон они, по-моему, точно это они, ну все, готовь мешки.
полиэтиленом со всякими жидкостями нехорошими. Вот, представляете, работа такая. Вы по ночам летаете, выливаете, вы с этим же всем делом, да, и не открываете пакеты эти. Туда это все. Ну, это вот сознание такое живых существ бывает. И в итоге, вдруг в какой-то момент Рама пускает стрелу, она делится на много стрел, колесо из стрел появляется, и оно закрывает костер, они его не видят, некуда. И он говорит, что-то я не вижу, я тоже не вижу. Может быть, мы промазали, куда-то перелетели это место? Нет, ну... И пока они разговаривают, Рама пускает вторую стрелу, она пролетает через это колесо, плашмя ударяет Маричу и убивает этого Субаху, второго демона. И Марича летит с той йоджи. Значит, ровно 1300 километров кто-то замерил. Наверное, сам он замерил, у него, наверное, был какой-то пригорчик, сколько он пролетел. Как это называется? Спидометр. Потому что он, как говорится, даже кувыркаться устал. Он летел, сшибая деревья, не мог остановиться. Он, то есть 1300 километров, большая просека получается. Он нездоровый обычно. И упал в океан, в общем. Упал от соприкосновения со стрелой Рамы, он очистился. От соприкосновения с бесконечным количеством деревьев, которые он снес на своем пути, он тоже очистился от страданий. Открыл секцию йоги и стал йогу преподавать. Больше никуда не ходил. Йога Парича называется. Встретите, туда и парампара оттуда идет. Но это предварительно аскезу надо совершить. Спиной вперед лететь, 1300 километров, сшибая деревья. Ну и в общем, Вишвамитра поблагодарил парней, сказал спасибо большое, это был подвиг на самом деле. И потом дети какое-то время у него жили вашими. После этого какие-то мимо проходили мудрецы, и они сказали, что есть. Мы идем на Свайамвару Ситы, то есть царь Джанака, у него есть очень красивая дочь Сита. Эта Сита, она необычная девушка. И каждый нормальный царь хотел бы быть ее мужем. Но ее папа сделал условия для обретения Ситы очень сложные. То есть кандидат в женихи должен был поднять лук Шивы, который хранился в государстве. А до этого кто поднимет, только Шива самого поднимал. Его 3000 солдат с места на место передвигают в большой колеснице. И они спросили у Вишвамитры, а что за история там про эти царства? И Вишвамитра им рассказал эту историю, сказал, что мы тоже сейчас туда пойдем, и я чувствую, какой-то план о вашем пребывании у меня есть. Они отправились, он по дороге им рассказывал, что значит, в свое время было царство, но тоже дело было в Айодхе. То есть Айодхе управлял царь Ними на тот момент. И у него был мудрец, придворный жрец Васиштха. И однажды Васиштха, а еще Вишвамитра рассказывал, наверняка у нас с Васиштхой трудные отношения были, он мог немного преувеличить какие-то моменты. Он сказал, однажды Васиштха должен был проводить для ними жертвоприношение, обычное какое-то, текущее. А его Индра пригласил в рай провести на благо рая. И он сказал ними, знаешь, меня там уже пригласили, я быстренько туда слетаю, проведу и обратно прилечу. Когда Ними промолчал просто, думая, хорошо это или плохо, и Васиштха, не спрашивая ответа, улетел в рай. Потом в раю он провел эту ягью быстро, ему должны были какие-то там ритуалы вручения плодов, он подумал, нет, плоды, ладно, я там тороплюсь, мне там еще идут. И полетел обратно, а в это время Ними его не дождался. Позвал других мудрецов, они провели ягью, Индра прилетает, и тут ничего не подарили. И он разгневался, он сказал, Ними, ты будешь проклят, ты станешь видехи. Видехи значит бестелесно. И у него в раз стало, ноги стали пропадать сначала, он понимает, что он в привидение превращается. Ну, то есть не то, чтобы пропадать, тело остается, но он чувствует, что он выходит из него. И пока не вышел, он сказал, ну, ты же виноват, ты улетел в рай, ты бросил свои обязанности выполнять. Я тебя тоже проклинаю, ты тоже станешь видехи. И тот тоже стал привидением, два тела упало, а эти появилось два привидения на свете. И Васиштха отправился искать себе тело новое в Южную Индию, и в горах Винхи он встретил мудрецов, которые... к которому он пришел, они его увидели в тонком теле и сказали, о, ты кто? Я Васиштха, тот самый знаменитый, Говорит, мне надо тело получить как-то. Они сказали, ну, мы можем с помощью генной инженерии тебе дать это, ты давай. У нас там есть горшок специальный, там уже один сидит, такой же, как ты, ему тело надо, и тебе мы заодно. То есть у них был план определенный. И там сидела гостья Муни. Они поместили туда Васиштху, закрыли, ну, как вот джинн в бутылке живет, его закрывают, потому что им, духом, им трудно
в этом пространстве, их ветром сносит. И там какая-то история была, Митра и Варуна, два полубога, они встретили Урваши, куртизанку с Райкской планеты, и, в общем, они как-то там увидели ее, испустили семя, это семя собрали, и эти мудреца принесли что-то сделать, и они подумали, у нас как раз горшок есть с этими духами. И как это все делается, я не знаю, может быть, где-то каждый сам поузнает, но они туда поместили в горшок это семя, как-то сделали, и там два ребенка появилось вообще. Один был Васишка, другой Агасти. И поэтому Бхагаватам описывается в одном месте, что их называют кумхамуни. То есть кого-то из них Агасти, по-моему, кумхамуни. То есть сын горшка, значит. Вот. А Ними Махарадж, он в это время подумал, что ну я привидение, что мне сейчас, ничего не надо, я буду заниматься духовной практикой. И он стал заниматься, сидел целый день Хари Кришна мантру повторял, так, наша очарика. Вот. А мудрецы местные, министры, они совершили ягью для полубогов, полубоги пришли и спросили, ну какие у вас желания, все желания выполнены. Они говорят, у нас царь был очень хороший Ними, не могли бы, вот его тело в масле лежит, мы его масло положили на сохранение. Не могли бы сделать, чтобы он вошел в это тело и у нас снова он появился. Они говорят, не проблема, там поколдовали, говорят, Ними, заходи. А Ними говорит, не, я не пойду. Что-то мне не очень нравится в этом теле, я жил в этом теле, как подобно рыбе, которая под водой. Кушает, но постоянно озирается, откуда что прилетит. Вообще, человеческая форма жизни не предназначена для счастья. Да, я привидение, но я уже почти достиг тут успеха в духовной жизни, и, в общем, он из тела привидения вернулся в духовный мир, не заходя в тело Ними. А тело осталось. И в нем какая-то благородная кровь еще осталась. Замаслинированное тело. В итоге, специалисты достали его, провели обряд пахтания. Сложно представить, каждый может сам представить себе, как они там пахтали это тело. И из него появился юноша, из этого тела. И он родился из тела, его назвали Джанака. То есть, как бы, Джана рождения, наверное, видимо, как-то с этим связано. И он понял, что здесь произошло, у него какие-то были собственные печали по этому поводу. Он ушел из Айодхи и организовал город Митхила. Митхи значит пахтать, в честь того же процесса, благодаря которому он появился. И он стал Джанака первый, потом у него сын Джанака второй. Все они Джанаки были. Джанака Джанакович. Вот. Но у каждого было какое-то прозвище. Там Джанака высокий, Джанака мудрый, как обычно там в Европе тоже было принято. В какой-то момент какому-то Джанаке подарил Шива вот этот лук. Этот лук после битвы с Вишну у него остался. Тоже там история рассказывается, не буду ее рассказывать. Этот лук из поколения в поколение, они ему поклонялись. И вот этот Джанака последний, который... У него тоже не было детей, он очень хотел, и однажды какой-то мудрец пришел и сказал, ну, если очень хочешь, надо привезти хала-ягью, это ягья плуга, то есть очень простая, берешь плуг с золотой территорию какую-то, пашешь, и если плуг застревает, ты берешь деньги и отдаешь их мудрецам, которые рядом мантры поют правильным образом, и плуг дальше двигается. И так вот он пахал. Плуг застревал, давал деньги, мудрецы пели мантры, плуг дальше. И в какой-то момент плуг застрял, и все, он деньги все раздал и не двигается. Ему сказали, копай, он раскапывает, там сундучок открывает, там девочка красиво лежит. Это была Сита. Вот, и она росла тоже, как всегда, удивительным ребенком, но однажды в 5 лет они с девочками в бадминтон играли, и воланчик застрял там на дереве, и в итоге они не знали, как достать. И они прыгали, не дотягиваются, ничего не могут сделать. Она подумала, о, я знаю как, пожалуйста. И она сбегала, открыла этот ларец с этим луком, достала его. 5-летняя девочка несла лук Господа Шивы, который 3000 солдат еле двигает. И когда вышла, она баланчик сбила и понесла обратно, и люди увидели это. В это время во дворце совет какой-то шел, министр. И туда человек забежал и сказал, Джанака, ты там, не могу даже сказать, но твоя девочка лук Шивы, там какой-то баланчик с дерева достает. Он подумал, сумасшедший, вызвал врача, его увезли. Следующий забежал тоже сам. И так потоком, он подумал, что-то не то. Он выскочил и увидел, как она его кладет в ларец, обратно закрывает. Он онемел просто от этого. И она увидела его лицо и сказала, а папа, я его не трогал, я просто мимо проходил. И он созвал консилиум врачей, он сказал, вы врачи, вы должны понимать, что произошло. Они говорят, два варианта, мы посовещались, либо Брахмаракшас, очень мощный дух в нем вселился. И, ну, не знаю, откуда с райских планет такой-то Каракшас мог прийти, потому что реально этот лук, то какие-то супермены могут поднять. Либо она, извини, но не хотелось говорить, либо она богиня процветания сама. Очень могущественное олицетворение. Он подумал, подумал и выбрал вторую версию. И подумал, если она богиня процветания, то ее жених должен быть сам Вишну. Она же его жена. Поэтому, если какой-нибудь проходимец вдруг будет иметь претензии на ее руку, то он не должен получить. И он создал эту свою вару, что поднять, тот, кто поднимет только этот лук, он сможет стать женихом.
И никто не мог. По одной версии, даже Равана приходил, там даже оторвал лук от подиума. И в это время Шиве сказали, что Равана там оторвал лук. И если он сейчас натянет тетиву, то не состоится очень интересная игра, которая сейчас планируется в материальном мире. И Шива каким-то образом надавил там пальцем на этот лук, пошел в него вообще. И лук прищемил Равани пальцы. И он орал так, что мудрецы в очередной раз вышли. Это его второй рев уже. Потому что первый, он когда летал, завоевал вселенную, он наткнулся на какую-то стеклянную стену, упал с кораблем, встал, и там, в общем, вышел какое-то такое обезьяноподобное существо, какой-то слуга Шивы. Он сказал, ты обезьяна, так что тут такое происходит, почему я великий и не могу тут пролететь? Он сказал, что ну ты не такой уж и великий. Я то, что ты меня обезьяной назвал, у тебя потом проблемы от обезьян будут. Это Кайлаш, это обитель Шивы. Ха-ха, Шивы, да я таких Шив видел, и он сейчас я оторву. И он засунул пальцы под Кайлаш и даже оторвал его от земли чуть-чуть. Шива спросил, там что за треска? Да там некий Раман прилетел, силу показывает. Улыбался Шива, пальцы надавил и прищемило пальцы. С тех пор на пианино не играл. Он орал так, что там все собрались. То есть он так опозорился, потом Шива приподнял Кайлаш, он вытащил пальцы, сказал спасибо. И то он вытащил, потому что он, когда уже наорался, он стал молитву Шиве возносить, понимая, что ничего сделать не может. И вот второй раз его луком прищемило, те же пальцы, кстати, второй раз по-больному. И он быстро выдернул, убежал, чтобы не успели заметить, кто это вообще был там. И вот они пока шли, Вишвамитра с Лакшманом, с Рамой, они шли на эту Сваньвару. По дороге не рассказывали истории, они зашли как раз в обитель Гаутамы и Ахали. Они зашли, это была хижина, им сказали, вот тут Гаутама раньше жил, но там какой-то инцидент неприятный произошел, и он покинул это место. Они зашли и увидели камень. И Рама встал на этот камень, и он превратился в красивую девушку. Она была настолько красивая, что в свое время ей даже Индра привлекся. Индра — это царь Рая. Я сам из Тавды, в Петербурге, и там. Два озера. Я все детство провел на озере, которое называлось Индра. Малая Индра, есть еще Большая Индра. Вот как раз в этих краях на Урале много ведических названий. А между ними две деревни, Большие Чандры и Малые Чандры. То есть Чандры — это бог Луны. Но сейчас их переименуют в новые названия, в новых богов, поэтому Малые Чандры сейчас деревня Ленин называется. Но сейчас уже ее, наверное, переименовали, там не было лет 20. Наверняка уже, потому что я в деревне был, однако спросил девочку, ты знаешь, что такое Ленин? Она говорит, дедушку Ленина. Она говорит, что у Ленки еще дедушка есть? Все съедает история, а Ромаину не съедает. Видите, историю про большевиков съела. Уже там моя племянница у папы спрашивает, а белые и красные, это кто такие вообще? То есть, а мы-то выросли на этом, мы-то знаем. Но уже следующее поколение не знает. Так все, это хлипко. Вот, и так Ахалия ожила, и Лакшман спросил Рама, что за история была? Это такая мрачная история о том, как плохо не ходить на Мангаларати. Что Индра влюбился в Ахалию, и вот он у нестрасти немножко. И он и так, и никак не понял, потому что она жена Гаутамы, мудреца великого. И однажды он сделал подлость, он принял облик петуха и прокукарекал на час раньше. И Гаутама встал и пошел в храм на Мангаларати. А жена подумала, а я не пойду, наверное, посплю еще часть. И это вот сыграло плохую роль. Это Шридхар Махараша сказал из Колковских историй. И тогда он принял облик ее мужа, зашел и стал к ней приставать. И, в общем, у них состоялся акт зачатия. И когда он оттуда выходил, она уже в конце только поняла, что он не похож на поведение ее мужа. В 4 утра. И когда он выходил, тот возвращался, храм был закрыт, видимо. Ну, и он увидел себя, выходящего из своей же хижины, он понял, это Индра. Индра говорит, о, извини, и раз ты принял облик Индры, сказал, ты знаешь, я просто здесь чувствую смысл. И тот его проклял, он сказал, пусть твое тело покроется 1000 женских половых органов. И у него... И он со стыда стал сгорать, потому что Гаутама не мог его убить, потому что царь Рая, хаос во вселенной начнется. А тут Индра представил, как он сидит на троне в таком виде. И у него слезы побежали, он начал умолять, говорит, ну прости, все, я тебе хоть что дам, больше не буду. Ну и тот говорит, ладно, пусть это превратится в глаза, потому что полностью отменить проклятие не могу, оно уже выпущено. И у него раз 1000 глаз на теле, до сих пор его 1000 оки называют на всех картинках. У него, кстати, тоже, наверное, ничего легкого. Представьте, у вас на ногах глаза, и пыль туда должна постоянно попадать. Если глаза на заднице, вам сидеть не придется. Это только кажется, что...
практичные очень глаза есть. Ну, в общем, а жену он проклял сгоряча, пусть ты превратишься в камень, она превратилась. Он потом жалел, так или иначе это произошло. И он, как, чтобы компенсировать, сказал, ну, когда Верховная Личность Бога будет играть игры, я, в общем, моим могуществом я его упрошу, чтобы он зашел и как бы восстановил справедливость. И так и произошло. Она появилась, Гаутама пришел, извинился, они плакали оба долго, радовались, потом снова объединились. До сих пор у них одна из звезд, Большой Медведицы, они там живут с женой. Вот, и дальше они шли, слуги Вишвамитра рассказывали ему о том, как до пяти лекций или до скольки. Можем раньше закончить. 20 минут еще. А они рассказывали историю о том, как Вишвамитра с Васиштхой, как он мудрецом стал. Это длинная история, не буду ее сейчас рассказывать. Пришли, Сита заранее увидела Раму, она очень сильно испытала сильнейшие эмоции, она реально вспомнила, что это ее супруг вечный, в общем, так или иначе. Он пришел на Сайамвару, увидел ее, не мог оторвать глаз. Потом пришла его очередь, его представили, он вышел на арену. И особенно папа Джанака очень сильно хотел, чтобы этот юноша поднял этот лук таки, потому что все, жена его пилила, в общем. Говорит, ты что такое придумал? Наша дочь без мужа останется, такие сложные испытания, никто не может, и чем меньше, как бы, чем больше кандидатов не могло пройти испытания, тем он больше жены достал. И вдруг такой супермен приходит, красивый, уважаемый, его Вишвамитра привел, то есть все признаки великой личности. И вот если еще он не поднимет, он думает, я тебя съем, муж, запомни это. И он в таком настроении сидел, что не дай бог он не поднимет, в общем, жена меня съест. И он молился очень сильно, и Вишну, видимо, услышала молитву. И он поднял этот лук и пытался натянуть тетиву, но лук не выдержал, сломался. Раздался грохот, мудрецы в очередной раз вышли из медитации, им там надоело уже падать с ихасом. Вот. Но все, кто-то сознание прямо тут потерял. Все обрадовались, но одна Сита только испугалась. Она стремительно бросилась к раме с гирляндой, которую должна была одеть предполагаемому жениху, который выполнит испытание, придет. Потому что она боялась, что условием было поднять лука, он его сломал. В итоге он не выполнил, как бы. Быстро одела, и потом уже все, я уже одел, уже поздно. И сыграли свадьбу, Лакшмана выдали за ее сестру Урмилу, там послали гонцов в Айодхью, оттуда приехали Барата Шатругна, их тоже женили на двоюродных сестрах, там, на как их звали, не помню, четыре свадьбы одновременно. Большой праздник, долго длился, и потом они выехали из города, отправились обратно, и в какой-то момент в пути обратно вдруг небо, дурные признаки внимания стало. Небо заволокло, гром, там какие-то шакалы завыли. И из леса появилась личность мрачного вида. Один вид которого вызвал ужас, панику у животных. Все попадали без сознания, включая слонов и лошадей. Только два человека не упали, практически это были Рама и Лакшман. А два человека специально упали, это были Дашаратха и Вишвамитра, они лежали и как будто притворялись без сознания и так поглядывали, что там произойдет. Они бы его узнали. Это был Парашурама, великий мудрец, который был прославлен тем, что он 21 раз уничтожил поколение кшатриев. И Парашурама подошел и стал говорить, ну что, я вижу, что кшатри опять силу обрели, будем биться. Кто там сломал лук? И Рама говорит, да. Дяденька, он на самом деле хилый был, я не виноват, я его поднял, он сам сломался вообще, я больше не буду. Говорит, что ты себе выделываешься, как будто никто начал орать, но Милашин заступился. Говорит, ты что так с моим братом? Говорит, ты кто такой вообще, старик, давай отсюда, я тебе... Тот говорит, ты, я тебя сейчас сам убью, но просто я его уже пообещал убить, он же лук сломал. И Рама их разнимал, говорит, нет, нет, сейчас разберемся. И все, бой так бой, давай. И Парашурама начал мантры призывать, говорит, призывай свои оружия, я свои. И мудрецы с собой не таскали эти оружия, они могли мантру произнести, оно появлялось в руке. И он призывал второй лук, который участвовал в сражении между Вишну и Шивой, лук Вишну. Он его призывал, открывает, и нет его. И он смотрит, и этот лук у Рамы. Он говорит, о, не может быть. Так ты это я? Наука о Боге такова, что Бог, он, природа Бога, когда он хочет что-то поиграть, то лучшим соперником, самым достойным Бога является сам он. Но если он выделяет, делится на части, то тогда ему сам с собой скучно играть, он же досконально знает сам себя, как играть. Поэтому он выделяет из себя энергию знания, которая делает так, что сам Бог не понимает, что это он сам, и тот Бог, это он же сам, не понимает, что он, чтобы он мог поиграть адекватно с адекватным соперником.
И эта энергия знания контролирует это все. А энергия знания — это сам Бог тоже фактически, но не Он в то же время, то есть, чтобы было интереснее. Потому что иначе Бога можно обвинить, что Он, в Нем чего-то не хватает, у Него нет такого восторга от игры с равным соперником, потому что у Него нет равных соперников. А в данном случае Его в этом не обвинишь. И поэтому тут Парашурама говорит: о, Йогамая, это ты сделал? Это я, значит. И он говорит: окей, я понял, сейчас твое время. То есть, и поэтому, так как лук уже появился, у нас, как у морских пехотинцев, если оружие достали, надо стрелять. Оно должно быть применено. Поэтому стрельни в меня. И он стрельнул. Рама стрельнул Парашураму, стрела вошла. И силы Парашурамы дополнительно вошли в силы Рамы. То есть бесконечное количество сил вошло в бесконечное количество. Бесконечный объем сил в этот. И, в общем, сложные для понимания вещи. Рама стал еще бесконечно сильнее. Для такого не бывает. Вот. А Парашурама стал просто нормальным дедушкой, и он шел медитировать в Бадарикаше, до сих пор там сидит. Если кто-то хочет, может сходить с ним пообщаться. Но туда не дойти, правда. Но его там видел на Матвачаре, по-моему, когда ходил. Гости Касадеви, который тоже там сидит. В общем, Рама, они приехали в Айодхью, сыграли свадьбу, и 10 лет они жили очень дружно. И через 10 лет Дашаратха стал видеть дурные сны. Он стал видеть, что во снах он куда-то на юг едет, голый, на ослах, спиной вперед. В общем, дурный, он просыпался, кошмарил, поймал плохие сны к чему-то плохому. Значит, со мной что-то произойдет. Пока со мной не произошло, надо нового царя назначать. И он подумал: лучше, чем Рама, говорит, я его короную. Значит, он созвал министров, они все подтвердили, что надо срочно Раму короновать. И все, разослал гонцов, все стали приглашать царей на коронацию соседних. Строители стали строить большое количество дворцов, полубоги пришли помогать строить тоже дворцы для гостей, там, чтобы пусть со всего мира. Вы столько не настроите, реально. Они, особенно цари, в комфортных условиях нуждаются. Кто-то там город стал украшать, ну, в общем, праздник. И так как у него было три жены, то они все радовались, они все любили Раму. Но у одной из них была служанка Мадхара, которая была с детства воспитывала эту Кайкею. И она отождествляла себя, что она тут на самом деле контролирует весь город. Вот, потому что она же служанка, кормилица Кайкеи, любимой жены царя. Так она думала. Такая у нее логика была. И еще полубоги, которые понимали, что если Рама и дальше будет так красиво жить в Айодхе, то Травана, он просто вечно с ним будет жить. Им надо было конфликт. Иногда трудности в духовной жизни тоже по причине высших сил. Высшие силы заинтересованы, чтобы тут что-то проблема началась, чтобы мы сдвинулись с места. Эти высшие силы, полубоги, кого-то они послали, кто-то вошел в эту Манхару, возбудил ее в самые низменные чувства, и она прибежала к Айке и стала говорить: ты чего радуешься? Так говорит: как чего радуешься? Завтра Раму коронуем, все радуются, я радуюсь. Ты дура. Если Раму коронуют твоего сына Барата, он будет его слугой. Он его знобит, чтобы он в страхе за то, что когда-нибудь Барата зайдет на трон. А тебя саму сделаю служанкой Каушалии просто. И она стала говорить, говорить, говорить. Та сначала не верила, но плотный поток шел критики, и она поверила. Говорит: что делает Мадхара? Ты единственная, самая умная тут. Да, ты меня слушаешь. Ты сейчас, и она ей рассказала план, что когда-то в свое время Дашаратха, ему полубоги пришли и сказали: не повоюешь за нас. Он сказал: ну, да, пока не повоюю, что не повоевать. Но одно условие, можно, у меня вот жена новая, красавица, я бы хотел ее с собой взять. Иногда цари брали с собой детей, жен, чтобы похвастаться, чтобы показать: смотри, у меня на колеснице жена, я все победил. Экстрима хочешь? Она говорит: хочу, поехали. Полубоги оплачивают билет в обе стороны. Прилетели на райские планеты, какая-то битва с каким-то демоном, по-моему, Шамбара его звали. В итоге этот демон его ранил. Убил возничего, ранил Дашаратху, тот рухнул, и демон уже думал, все, погиб. И вдруг откуда-то из-за спины Дашаратхи выскакивает девушка, садится и уводит колесницу с поля боя. Неожиданно для демона, к тому же он видит девушку, стрелять в нее не стал. Они выехали с поля боя, она его реанимировала, вспомнила какие-то мази, как-то она... И он очнулся, она говорит: я тебе вот жизнь спасла только что, я рассказала всю историю, он сказал: спасибо большое. Сел, выехал и победил вообще. А потом он ей говорит после битвы: ты меня два раза с поля боя вывезла, а потом еще какими-то там снадобьями меня вылечила. Я готов любые два твоих желания. В любом случае, мое тело уже бы погибло. Проси все, что хочешь. И она сказала: да нет, ничего не надо. Ну, может быть, потом когда-нибудь. И вот эта Мадхара ей напомнила, вот это потом наступило. В общем, иди в зал гнева, в каждом дворце был зал, где они выясняли отношения, ругались, потому что если это везде ругаться, то будет не очень радостно жить.
Поэтому специальный зал был, и она пошла в этот зал гнева, раскидала свои украшения, оделась в какое-то рубище, легла на землю и лежала вся слеза. Пришел Дашараха, радостный, только что после совещания с министрами, сразу к ней, он всегда, когда заходил, сразу к ней шел, был привязан очень сильно. Видит ее нет, спросил, где она, служанки говорят, она в зале гнева. Он не понял, зашел туда, видит, она лежит, он спросил, что случилось, кто тебя обидел, я готов любого казнить, только скажи. Она сказала, ты знаешь, ты меня обидел. Как я? Ну, и она ему вспомнила эти два обещания. Он сказал, я сейчас готов их выполнить. Она тогда говорит, точно готов? Да. Тебя слышит луна, тебя слышит воздух, тебя все слышат. Мои желания такие. Ты завтра коронуешь не Раму, а моего сына Барату. Также ты сделаешь так, чтобы Рама ушел в лес на 14 лет, чтобы он не был мозолью тут. Для моего сына, который будет править, чтобы люди не роптали, чтобы не критиковали, чтобы все забылось. И он понял, что это может случиться, потерял сознание, очнулся, он пытался ее уговаривать, пугать, ничего не работало. До утра он то падал, то без сознания, то приходил в чувство. И в итоге утром он постарел и выглядел уже на все 60 тысяч лет. Можете представить, как выглядит человек 60 тысяч лет. Вот. И по традиции осталось 8 минут, сейчас все остальным Рамаем. Ладно, расскажу. В общем, потом Рама ушел в лес, Лакшман с ним пошел Сита с ним, там в лесу они жили, защищали мудрецов, потом пришла Шурпанакха. Шурпанакха, она влюбилась в Раму, Рама ей отказала, она хотела убить Ситу, Лакшман заступился случайно, ей стрельнула по носу, срезала ей нос, она, понимая, что кшатри, они чувствуют удар. Удар был сильный, она поняла, сопоставила свои силы, она поняла, что не будет, сейчас он не сможет справиться. Она убежала к своему брату Кхаре. Кхара послал 14 ракшасов, чтобы они на ужин принесли Раму, Лакшману и Ситу. Этих 14 ракшасов Рама убил одной стрелой, которая разделилась на 14 частей. Когда об этом Кхара узнал, он поднял армию 14 тысяч ракшасов на своих ваханах, они отправились туда, была большая битва. Рама сражался один, а Лакшман второй раз попросил посидеть с Ситой, чтобы ей не скучно было. Вот от чего Лакшман чуть с горя не умер. Вот, Рама победил 14 тысяч ракшасов, спасся один, а Кампана, он отправился к Равани, доложил о том, что вся колония ракшасов погибла. Раван отправился к Маричи, сказал, пойдем, мы будем убивать Раму. Вот, и по нашему плану ты должен превратиться в оленя и оттянуть Раму на себя, я украду Ситу, пусть он умрет с горя. Это самая мучительная будет для него смерть. Маричи сказал, что ты знаешь, даже и не говори, потому что только злодей не мог пожелать тебе убить Раму, потому что я один раз с ним встретился, до сих пор все слова, которые на Ра начинаются, я теряю сознание от ужаса. Вот. Рама прислушался, хотя Рама тоже на Ра начинается. Он улетел обратно, но тут же Шурпанакха появилась, и она знала, куда надо давить. И сказала, ты тряпка, твою сестру оскорбили, всех убили, ты что тут сидишь? А к тому же Сита очень красивая. И он возгорелся вожделением, он прилетел снова к Маричи, они полетели, Маричи пленил обли колени, потому что он подумал, пусть лучше меня Равана убьет, чем... То есть Рама убьет, чем Равана, этот негодяй. И он пожертвовал собой. И вот, пришел, увел, Рама ушел в лес, Лакшман ушел в лес, Сита осталась одна, Равана принял облик мудреца, сначала потом превратился в ракшаса, в общем, похитил ее. По дороге на них напал Джатаю Горшин, пытаясь защитить Раму, он убил Джатаю. И она по дороге скидывала различные атрибуты свои, чтобы по каким-то признакам можно было понять хотя бы направление, куда ее унесли. И так она оказалась на Ланке, ее посадили охранять ракшаси, ужасных женщин, замазанных кровью, в различных деформированных телах. Вот. И в это время Рама вышел из леса с Лакшманом, они были в горе, они отправились, увидели Джатаю. Джатаю сказал, идите на юг. Они пришли на юг, к озеру Пампа, встретили там Ханумана. Хануман познакомился с Сугривой, заключили договор. Потом Рама убил Балина по договору с Сугривой. Потом Сугрива зашел на трон. Рама сидел 4 месяца в дожде и ждал. После этого Сугрива послал обезьян на поиски Ситы, а южный отряд нашел. Хануман прыгнул на лампу, нашел Ситу. Отдал ей кольцо от Рамы, взял от нее кольцо для Рамы, перепрыгнул обратно, и они с обезьянами обратно уже прыжками быстро вернулись, принесли Раме, после этого они собрали армию, сезон дождей закончился, и они отправились воевать. Когда они пришли к океану, то они думали, как пересечь, после этого бог океана им помог, они сделали невесомые камни, на которые будет написано Рама, Зочи, сын Зочи, полубогов Вишвакармы, Нала, по-моему, или Нила, построил этот мост, они перешли с огромным войском,
вступили в бой, это пол Рамайны. Вот. Вторая половина, одним словом, они победили. Кришна. Если какие-нибудь вопросы у кого-нибудь. 15 минут. Надо в этом, потому что я бы рассказал это. Ну, даже, наверное, вопросы сейчас. А какие вопросы? По сюжету? Ну, от меня не так просто. Ну, давай. Ну, вот, как бы, ну, в любом проявлении Господа, ну, Кришна лили, да, Кришна, есть какой-то особенный урок, вот не только как бы философский, но и практически, вот особенно какая-то вот вещь одна, которая отличает от Лилы. И вот в чем, ну, имя, ну, именно Рама Лили, вот, что в ней есть такого, вот, какой-то вот один урок, который... Что есть философский, да. Такого в Рама Лили, какой философский урок? Ну, там много, там на каждом этапе разные, ну, уроки. Какой-то один такой прям. Хотя бы один какой-то, но ключевого такого я не думаю, что там есть. Есть много, и какой-то один, например... Мы недавно разговаривали о том, что даже великие люди могут ошибаться, и даже Рама ошибался. Например, с преданными разговаривали, я спросил, что-то мне не очень нравится, что Рама Ситу в конце влез со слоном. Они говорят, ну ты обусловлен просто, так-то это все нормально было. Ты просто не понимаешь, потому что ты материально обусловлен. Я говорю, подожди, а как я обусловлен? Лакшману тоже это не понравилось, Васишке не понравилось, и никому тогда не понравилось, я не один материально обусловлен, что он им в лес стал. И реально в сердце йога что-то не то. Они говорят, ну потому что он, какой-то шудра, говорю, сказал, и он ему поверил, потому что он великий правитель. И мнение каждого для него важно. Вот мнение шудры для него важно, говорю, минутку, да, другой вопрос. Почему мнение всех остальных не важно, а мнение шудры какого-то важно? Вот. И в конце выясняется, что мы пахтали эту тему с преданными, выясняется, что он просто ошибся. Вот. Потом он сам эту ошибку признал. Потом, в общем, и какая версия, почему это произошло? Почему это слава? А она немножко спекулятивная, но зато, в самом случае, мой ум успокаивает. Что Рама Сита до этой Лилы еще, они сидят в духовном мире и говорят, ну что, какую игру уже сыграем? Ну нам такую, чтобы все уревелись. А давай вот так вот сделаем, давай. И они сделали так, все уревелись. Но при этом они как бы чисто... Это спектакль был просто такой. И действительно, она ушла в землю, потом они с ним встретились 13 тысяч лет. Так вот. Даже великие воплощения Бога ошибаются. Ачари тоже ошибаются. Но в чем ошибаются и в чем не ошибаются? Они не ошибаются в ключевых вещах. Самбанхи, Пхидеи, Прайоджани, Ачари никогда не ошибаются. Они могут ошибаться в каких-то деталях, не имеющих большой роли. Например, там Шрила Прабхупада в некоторых местах в книгах пишет, там, например, что в предисловии к первой песне, что в Бенгале жили там во времена оскорбителей Чипал и Гопал в Абрахмана. Это был один Чипал Гопал, его звали. Это ошибка, не имеющая никакого значения. Потому что если бы Ачари не ошибались, то мы бы сейчас внутри организации жили бы в подозрительности по отношению друг к другу. Мы говорили, о, и кто-то трамвай гуру сел, значит не очаримся. То есть мы бы отвергали все авторитеты, а авторитеты бы прятали свои какие-то маленькие ошибки, которые бы неизбежны. Поэтому сам принцип, что даже очарии, даже воплощение Бога показывают, что ошибка – это естественно, но в чем-то ошибок не должно быть. И вот то, в чем не должно быть ошибок, это философия, что наша философия – конечная цель Кришна-према, способ достижения чистой преданного служения в этом. Все Ачари безошибочны. Один из уроков, что даже Рама ошибся в какой-то момент, что даже он, чистый идеальный последователь дхармы, был сбит с толку, получается, из кармы, и что-то не под кармой сделал, потому что он потом сам раскаялся, и все подтвердили это, что да, что-то не то произошло. Ну и много, наверное, других уроков по ходу. Вот. А еще... Лектор считается плохим, тот, который сказал, ну все, заканчиваем, продолжаем. Поэтому давайте закончим, потому что все уже настроились на какое-то другое мероприятие. Шри Рамайана ки джай, Ситарам ки джай, Шри Прабхупада ки джай. Намо Ом Вишну Падая, Вишна Хриштая Муттаре. Thank you.
Krishna, 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 Krish
Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Это так. Я живу для тебя.
Хари Кришна. Маленькая история для вас. Поселился в нашем храме очень своеобразный тип. Хануману Сити Раме он молитвы говорит. Хари Кришна повторял он, но со временем не смог. Сити, Рамы, Ханумана, имена он все поет. Хари Кришна, Хари Рама, говорим мы, повторяй. Ты учение Шри Чайтанья, говорим мы, изучай. А у него своя программа. Ситарам да ситарам, повторяет он на четках. Стыд и срам на весь ашрам. Он, конечно же, пытался Хари Кришна повторять, но из уст лишь раздавался ситарама нам опять. Мы не знаем, что с ним делать. Мы писали в GBC, региональному писали, да толку нет, как ни проси. Ну а он свою историю в виде песни описал. Вот послушайте, что сам он о себе в ней рассказал. Эй, ребят, странно все в мире, Харе Кришна. Чутье, как бы чё не вышло, Хари Кришна, мантру я, правда, обожаю, только в сети, а не я, эх, души не чаю, Рам, Ситарам. Да Хануманы, Рам, Ситарам, да Лакшман, Хануман, Хануман, одним прыжком долетел до Ланки, а Сугрива сам годам. Потом за ним вдогонку всех ракшасов умертвил. Рамачандра свой искам сит уже освободил. И назад поет юэ ра ситарам. Джая Лакшман Хануман. Рам, Ситарам, Джая Лакшман, Хануман, Рупа Санатаны, брат, младший Анупама. Господом был у него Бхагаван Шри Рама. Я всегда Махапрабху почтение выражаю, только в Ситарам я, а в душе не чаю, эх, да, Ситарам, Джая Лакшман Хануман, эх, да, Ситарам, Джая Лакшман Хануман, что-то, видимо, не то, не та у меня сварупа. Все бы вроде хорошо, да в душе разлука. Вновь лечу во Вриндаван, дальняя дорога. Все про Радху с Кришной там, но на душе тревога. Ситарам, я клянусь, клянусь, для вас построю храм, эх, Рам, Ситарам, да Лакшман, да Хануман, пусть поймет мою печаль Бхагаван Шри Рама. Эту песню я пою во славу Бога.
Один бред я написал давно еще. Мне разрешил ее спеть. Хари Кришна.